Как найти ответы на сложные вопросы всего за 60 секунд? Об этом знают не понаслышке славянские эрудиты. На минувших выходных в городском доме культуры состоялась игра «Что, где, когда» среди школьников. Здесь не надо крутить волчок, здесь нет вопросов от зрителей и хрустальной совы. Но отсутствие традиционных атрибутов популярной интеллектуальной телеигры «Что, где, когда» не делает славянский зимний турнир менее острым и захватывающим для ее участников. Второй год участвует в игре «Что, где, когда» капитан команды сборной лицея номер один «Веста» Елизавета Зимина. Команда говорит дружная, сыгранная, но главный секрет успеха заключается не только в этом. Хороший настрой, наверное, и внимательно слушать вопросы очень важно, потому что ответы часто внутри них скрываются. За звание самых эрудированных в интеллектуальном состязании боролись более 20 команд из школ города и района. Им предстояло ответить на 30 вопросов. Согласно легенде, однажды Будда пригласил к себе в гости животных. Не все смогли воспользоваться его приглашением, так как для этого нужно было переплыть широкую речку. Животное, пришедшее девятым, не хотело рисковать и внимательно наблюдала за пловцами. И только убедившись в безопасности, оно вошло в воду. Назовите это животное. Правильный ответ на первый вопрос предмета – обезьяна. Поздравляю вас прошедшим годом обезьяны и наступившим годом педука. На игре было все. Горячие обсуждения, неумолкающие споры, правильные ответы. По итогам их больше всего оказалось у команды «Веста». Ребятам покорились 20 из 30 вопросов. Слаженной работе умов, наверное, и хорошим взаимоотношением и сообразительности всех участников команды мы ответили на большое количество вопросов. Поскольку интеллектуальная игра была посвящена новогодним праздникам, приз победители получили от Деда Мороза. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».